Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании «Альпари». Сегодня, как всегда, рассмотрим, какие интересные моменты возникли на валютных парах. Также посмотрим золото и серебро. Кстати, серебро будет сегодня особенно интересно. И, возможно, еще немножко затронем тему нефти, так как скоро уже будет очередная встреча ОПЕК. Уже все больше и больше информации в средствах массовой информации предоставляется по рынку углеводородов. Но в связи с оглашенной политикой Трампа на ближайшее будущее остается достаточно много неопределенности. То есть если он снимет ограничения на добычу угля и на добычу нефти, то там может слишком много вопросов еще возникнуть. Так что пока еще как бы особо сильно не радуемся. На всякий случай напоминаю, особенно для новичков, что здесь используются не классические методы анализа рынка, поэтому некоторые вещи могут быть в новинку слегка. Но привыкните достаточно быстро, метод старый, еще фактически первые несколько десятилетий прошлого века формировался. Вот, мы используем только некоторые отдельные частные элементы от него. И так как построений много, я всегда даю ссылку в самом конце мероприятия для того, чтобы вы скачали уже все готовые построения. И если вы все правильно сделаете, у вас вот здесь будет указана аналитика от Ершова. Соответственно, нажмете на нее, и у вас подгрузятся все те построения, которые будете обсуждать в течение ближайшего часа, грубо говоря. Потом можно будет вернуться к настройкам по умолчанию. Также приветствуется высказывание вашего мнения в чате. То есть, если желаете высказаться, пишите в чат или можете скриншот написать. Самое главное, желательно какой-нибудь аргумент привести. То есть, то ли вы пользуетесь техническим анализом, то ли фундаментальным, чтобы другим было понятно, как именно вы рассуждаете. Также у нас уже завелась традиция именно писать результаты ваших торгов. Особенно это будет полезно видеть новичкам, которые только-только начинают торговать, чтобы они уже видели, как трейдеры, которые начали несколько раньше, уже добиваются своих результатов. Пишем обязательно в пунктах, а не в долларах, потому что депозиты у всех разные. Вот. Сейчас переходим к списку новостей. Там, насколько я помню, сегодня особо ничего нет. Но на всякий случай перепроверить стоит. Я сейчас с экрана исчезаю. От вас жду плюсиков, что у нас все хорошо со связью, меня нормально видно, слышно, и можем начинать. Так, плюсики вижу, замечательно. Так, что нам скажет календарь экономических новостей? Из важных. Через полтора часа будет выступление заместителя главы Резервного банка Австралии. И через три часа с хвостиком по Великобритании. Частные заимствования государственного сектора. И, по сути, на сегодня это все. Так что в большинстве своем будем полагаться исключительно на технику. Так, ну а теперь, собственно говоря, начинаем. Так, я смотрю, не все у меня подгрузилось. Сейчас я заново все заставлю, чтобы он перезагрузил. О, другое дело. А, кстати, забыл сказать. Такое маленькое отвлечение, пока я не забыл. А то потом увлечемся и в процессе беседы можно забыть. Вполне возможно, что мы с вами встретимся на этой неделе дополнительно еще один раз. Ну, кому, естественно, это будет интересно, я в конце занятия еще напомню. Смотрите семинары по Ростову, потому что этот вопрос уже пару раз задавали из ростовских трейдеров. Я не знаю, может быть, в других городах тема тоже будет актуальна. Поэтому была вынесена на клубный день. Сейчас
покажу. Вот, 25 ноября будет в Ростове проводиться клубный день, но онлайн тоже можно будет, естественно, подключиться. Он называется «Применение свечей Хайки Наши в торговле». Это метод, который был разработан относительно недавно, в 2004 году. И, по сути, предназначен для того, чтобы более явно замечать трендовые движения. По сути, это сглаживание, метод сглаживания японских свечей. Особенно будет полезно тем, кто торгует внутри дня, то есть скальперы, высокочастотники. Я думаю, что вот этот подход вам понравится, поэтому вот давайте зайдем, я вам ссылку кину, а вы потом посмотрите. То есть кому надо, я вас, соответственно, жду тогда в пятницу. Но в конце семинара, когда народу у нас больше наберется, я еще раз повторю этот момент на всякий случай. Вот, а вам пока кто пришел пораньше, ссылку уже скинул. Так, ну а мы возвращаемся. DXY вчера сделал поглощение. То есть вроде как у нас есть первый признак того, что он собирается разворачиваться с точки зрения свечного анализа. Наконец-таки мы получили сигнал от 38 попугаев, что он развернулся. Он формировался целых 7 дней, такое бывает очень-очень редко. Так что, скорее всего, мы сейчас увидим какой-то откат назад. Не факт, что он прям возьмет и вернется к 96-65. Вот, то есть это может быть просто коррекция, напомню. То есть мы можем увидеть вот что-нибудь типа вот такого. Да, то есть какое-то движение в рамках такого вот ограниченного двумя линиями пространства, то есть это там флаг или вымпел может быть, это вполне нормально. Вот, но тем не менее какой-то спад может быть, и это, соответственно, повлияет на то, что доллар станет более слабенький, соответственно, еврик за счет того, что доллар станет более слабым, может сходить наверх, коррекцию именно сделать, о которой мы вчера с вами говорили, да, фунтик тоже может сходить наверх, а японка со швейцарцем, соответственно, наоборот, за счет него просядут. Я про котировки говорю сейчас, чтобы не путали. Вот, поэтому будьте внимательны, особенно для тех, кто работает в средний срок. Так, дальше. Андрей пишет: Алексей и все посетители, доброе утро. Я так понимаю, 38 попугаев — единственный индикатор входа и выхода из сделки по данной стратегии. Вы говорили, что он работает, если на счету какая-то сумма реальных денег есть, так это или нет? Ну, насчет того, что он работает от 500 долларов на счете, это так. Вот, а выход осуществляется далеко не только по этому индикатору. Это просто вспомогательный момент на тот случай, если у вас нет альтернативного варианта. То есть вы можете пользоваться просто банально переносом стопа. Да, вы можете ставить тейк-профит на следующий уровень или через один уровень, то, что мы все время с вами обсуждаем. Просто данный индикатор, он иногда позволяет очень удобно выходить практически на самых макушках или на самых донышках рынка. С той же успешностью вы можете воспользоваться правилом 3 сигм, например, да, и они будут тоже работать неплохо, потому что в случае резкого движения очень редко, когда цена заходит за 3 сигма от среднего значения. Поэтому вариантов, как можно оценивать окончание импульса, существует много, но мне именно нравится вот этот, потому что он именно обоснован с математической точки зрения, и при этом он подстраивается под волатильность. То есть если многие индикаторы можно как настроить, он на одном куске графика будет работать хорошо, на другом куске графика будет работать плохо, да, и требует заново подстраивать его параметры. А попугаи сами подстраиваются под график один раз в свечу, и поэтому уровень перекупленности и перепроданности у них динамически изменяется, причем независимо друг от друга. Как вот у Боллинджера, да, например, у Боллинджера расхождение в обе стороны происходит одинаково. А здесь, как видите, например, перекупленность резко увеличилась, да, а перепроданность почти никак не поменялась.
Поэтому он более адаптируется легко под любые рынки, под любые таймфреймы. Вот. Но это не панацея. То есть я могу, в принципе, его выкинуть отсюда, и результаты особо сильно не ухудшатся. Периодически, конечно, будете недополучать прибыль, но каких-то фатальных изменений от этого не произойдет. На мой взгляд, просто так значительно проще формализовать ответ на вопрос, надо еще стоять в позиции или нельзя. И самое главное, его функция — это бить по рукам, чтобы вы не входили в сделку, когда максимально высокий риск. Да, ну вот, например, если вот тут у кого-нибудь было бы желание войти в покупку, да, то потом, скорее всего, когда он пошел бы вниз, у многих бы нервов могло бы не хватить, закрылись бы в убытке. Вот для чего он изначально разрабатывался. А если, например, ваш депозит еще $500 не достиг, это, в принципе, не повод огорчаться. Я в каждом месяце первую неделю даю 38 попугаев в демо-режиме, которые работают на любом счете, с любым депозитом и даже на демо-счете. То есть вот буквально на следующей неделе с первого, но мне придется сделать раньше, потому что в командировку уеду, то есть я вам уже его скину где-то 29 числа, и тогда с 1 по 11 число у вас будет работать демо-версия, сможете сами самостоятельно его использовать и протестировать, узнать, нужен он вам или нет в дальнейшем. Так, еще вижу. Так, расскажите тогда про ориентиры для стоп-лосса при заходе в сделку. То есть очень просто, стоп-лосс ставим по квадратам, да, то есть когда у нас расчет сделан вот здесь, да, то есть, например, мы стоим здесь в покупку, значит, мы прячемся за ближайший уровень, как минимум, да, то есть мы ждем, вот отмеряем расстояние, вот оно ближайшее, да, значит, мы прячемся сюда. Если бы была продажа, мы бы тоже спрятались вот сюда. Если брать какой-то другой инструмент, там, например, 15 минутки, да, вот он пробивает вот этот уровень, допустим, мы открываемся в продажу, прячемся за предыдущий. Потому что если импульс идет, то предыдущий уровень, как правило, крайне редко задевается. Если вы берете не краткосрочную сделку, а среднесрочную, то прятаться можно через один уровень, но тогда и цели у вас будет больше. То есть не через один, как обычно мы берем, а через два или через три. Плюс ко всему, если не хотите сильно заморачиваться, можно Боллинджера взять и стопы тянуть по Боллинджеру. Плюс ко всему, тянуть стопы по Боллинджеру может даже Ростов Информер. Вы просто включаете эту функцию, и он сам их вам тянет. Я про это уже тоже рассказывал. В раздаточном материале Ростов Информер тоже есть. Вот. Мы возвращаемся к DXY. То есть на днях мы выяснили, у него есть перспектива слегка упасть, он и так уже достаточно высоко залез. На часах, на более маленьком таймфрейме тоже мы видим, что он не дошел до 101.62. У него может быть еще одна попытка до 23 числа 15 часов. Вот. Но для нас очень важным моментом будет 100.54. Если он его пробивает, то он идет вниз на 99.55, поэтому 100.54 держите на особом контроле, потому что после этого, скорее всего, на основных валютных парах начнется неплохое движение, и пропускать это было бы, ну, далеко не разумно. Смотрим на совсем маленькие колебания. Здесь нет пробития ни вверх, ни вниз, то есть пока что он просто идет в режиме боковика, и нам нужно выждать момент, когда он выйдет либо ниже 100.79, либо выше 101.34. Но насчет того, что он выйдет наверх, уже достаточно большие сомнения. Мы сейчас только что разобрали именно почему, да? Поэтому нам остается ждать именно пробития вниз, тогда он, скорее всего, к бывшим уровням по Нью-Йоркской бирже может сходить. Именно в начале этих движений мы и в дальнейшем будем судить об основных валютных парах. Еврик, ну вот как раз из-за поднятия
то есть из-за не поднятия, а разворота вниз, DXY, начал идти наверх, потому что доллар немножко слабинку дает. Как раз мы можем здесь увидеть вот этот самый флажок или вымпел. Мы с вами вчера уже о нем говорили, да? То, что падение в несколько импульсов может произойти. И потом цель остается той же самой, то есть ничего не поменялось. 1.01920 где-то к концу первой декады декабря. Нам будет выгодно, чтобы он поднялся повыше, в район 0.722. Это было бы идеально, потому что в этом случае у нас бы были сделки с очень маленькими стопами. То есть, например, он вот так поднимается, начинает отбиваться, мы оттуда продаем и делаем стоп, буквально просто кидаем там пунктов на 10, на 20 выше, чем 0.722. В этом случае, даже если первый раз стопы выбьет, зайдем второй раз, при сильном движении мы отобьем все очень-очень быстро. Даже быстро перейдем без убыток. Остается именно вот рассмотреть, как в ближайшее время будет вести себя DXY, плюс в декабре будет пересмотрение процентной ставки. Вот. А по-прежнему оценки западных аналитиков фактически не меняются, и все склоняются к тому, что практически со 100% вероятностью будет повышение процентной ставки. Но опять же, это слухи на рынке, и заранее, что там американцы придумывают, мы со 100% вероятностью сказать не можем, но так как они уже давно эту шарманку свою водят на тему повышения процентной ставки, чтобы люди начали верить в том, что они как бы держат свое слово, да, вполне возможно, что они просто ради сохранения своего имени сделают повышение, а потом через некоторое время, может быть, вернут ее обратно. Ну, посмотрим. Не будем пытаться угадывать этот момент. Теперь переходим уже на часовые инструменты. Тот же еврик. Попытка выйти наверх. Был запрет на вход. Вернулась назад. Вторая попытка. Просто уколол, не закрылся, поэтому не получилось. Ну, сидим, ждем, какие признаки. Так, здесь немножко неровно стоит. Так. Ждем, какой именно из них пробьет. Но, судя по всему, с третьего раза он все-таки наверх пойдет. Потому что, если DXY слабинку даст, то еврик подрастет. Фунт стерлингов поднялся к предыдущим максимумам. Я все-таки думал, что он сначала где-то наполовину своего движения коррекцию сделает, а потом уже пойдет наверх, то есть трехволновку какую-то начнет рисовать. Но все-таки полез дальше, откатываться особенно сильно он не стал. Поэтому, возможно, коррекцию мы будем с вами наблюдать сегодня. Какая-то там новость у нас сегодня по Великобритании была. То есть по-нашему в 12.30, по Англии это будет 11.30, то есть 11 час. Вот здесь на всякий случай давайте отметим, чтобы любители фунта были в курсе. Вот. И вот этот момент мы разбирали с вами, что в какую сторону пробьет, в ту сторону и войдем. То есть вчера это был уже сигнал вечером. Не вечером, прошу прощения, а днем, 13 часов, уже значительно после аналитики. Поэтому кто отложенники ставил или просто следил за рынком, я так понимаю, что фунтика поймали. Вот вчера перед базовым курсом с несколькими ростовскими трейдерами мы общались. Как минимум два человека здесь купить успели. Я, соответственно, в чате жду с других городов, что фунтика тоже поймали. Кто сколько, пишите, я думаю, многим будет интересно. Вот. А переносим углы и ждем для тех, кто еще вне рынка, какие могут быть варианты развития событий. Учтите, что даже банально с точки зрения FIBA какой-то откат назад хотя бы должен быть в любом случае. То есть, ну, хотя бы вот на 61.8, да, то есть от текущей цены этого района где-то 50 пунктов вниз, если он упадет, это будет вполне нормально, если он собирается еще раз вверх сбегать. А вверх сбегать будет не так уж и просто, потому что если вот посмотреть за последнее время, то есть какого-то явного тренда, формирующегося с классической точки зрения наверх, у нас нет.
и до сих пор у нас есть только модель падающего движения, которая зародилась еще 6 сентября, и вот до сих пор она по-прежнему остается актуальной, несмотря на то, что как бы цена отстает от времени, по-прежнему назвать это еще восходящим движением мы не можем, потому что старая модель по-прежнему актуальна. Поэтому не будем опережать события, просто будем присоединяться к следующим импульсам. Вот. Если же все-таки он пробьет наверх и без всяких коррекций решит сделать еще один импульс наверх, будьте готовы, что все закончится дивергенцией. Вот. Ну и тогда караулем в идеале у нас, конечно, будет 26.73. Вот. Но вполне возможно, что он остановится на каком-то из вот этих локальных минимумов. Более точно рассчитаем, когда до квадратов дойдем, там уже цели будут высчитаны точно. Поэтому сейчас не спешим. Так, вижу, у нас есть те, кто фунта поймали. Так, Марат пишет, 137 пунктов забрал, отлично. Так, дальше Рафаэль пишет, проспал фунта, ну ничего страшного, это не последняя сделка. Вот, самое главное, за убегающим курсом не надо идти, да, то есть если вы прозевали сигнал, потом вдогонку не открываемся, это сигнал в любом случае не последний, будет еще огромное количество новых. Так, дальше Вадим к нам присоединился, приветствую. Дальше Олег пишет, поймал лося по фунту, ну, возможно, слишком близко ставили стоп-лосс. Если именно проблема с тем, что правильно определяете направление, а стоп-лоссы выбивают очень часто, то, возможно, вы их ставите слишком близко. Здесь может помочь, опять же, те же самые 3 сигма для того, чтобы выставлять изначальный стоп-лосс, потом можете его тралить, когда в плюс уже можно будет его переместить. Или можете взять какие-нибудь индикаторы для сопровождения, то есть ту же линию Ганна, в принципе, тоже можно использовать. АТР-ка тоже, в принципе, в этом плане хорошо работает. Если идет речь именно о том, что есть какой-то небольшой страх в плане потери депозита из-за того, что стоп-лосс ставите там, например, больше, чем определенное количество пунктов, здесь помогает метод фиксированной суммы, подвергаемой риску. Там стоп-лоссы можно ставить хоть 400 пунктов, если вам депозит позволяет, вам будет абсолютно все равно, какие стоп-лоссы ставить, 20 пунктов или 200 пунктов, потому что убыток будет абсолютно одинаковый и в той, и в другой ситуации. Как считать, я уже неоднократно показывал, если будут вопросы, то в конце семинара зададите. Так, Алексей еще пишет, по фунту 7 пунктов поймал, по евро 21. Так, ну, внутри дня, в принципе, чуть-чуть укусили, тоже неплохо. Так, следующий, швейцарец. Так, ну вот, фактически зашел за 1.2, но все никак не даст нормальный импульс вниз. То есть уже у него есть уровень, который он никак не пробьет, да? Вот, у нас уже не обновляются максимумы, у нас уже обновляются минимумы, так что у нас уже какие-то маленькие-маленькие признаки того, что он хотя бы немножко вниз сбегает, появились. Вот, но пока что здесь каши никак не сваришь никоим образом, потому что максимумы вот здесь не пробиты, и вот здесь минимумы тоже не пробиты. Мы находимся в коридоре величиной в 66 пунктов. И при этом мы даже канал с зоной условного касания применить не можем, потому что он работает только от 100 пунктов и больше, потому что в противном случае вы будете тенями собирать стоп-лоссы. Так что про швейцарца на время забываем, за тем лишь исключением, что можно на всякий случай где-то на 1.005 кинуть sell-stop и просто для порядка пусть стоит. Если DXY полезет дальше вниз, он протащит швейцарца котировку вниз. И, соответственно, можно будет по этому селл-стопу зайти. Во всех остальных случаях уже не так интересно.
Так, по японке. Вот здесь был сгенерирован сигнал вниз, да? Но осциллятор сказал, что не стоит этот сигнал слушать, потому что далеко цена не уйдет. То есть был запрет на вход, поэтому и никаких действий с нашей стороны не было. Я надеюсь, по крайней мере, что у вас не было, да? Поэтому переносим углы вот сюда и вот сюда. Опять же, этот простой связан именно... Да блин, где же второй маркер? Так, 3,8. Мне прям везет все время на передвижениях. Так, вот так. Есть. Если DXY пойдет вниз, значит и иена сходит вниз, но это будет не более чем коррекция. То есть даже если она вот до этой линии упадет, это все равно будет коррекционное движение. То есть вот такое падение все равно не должно вас абсолютно никак смущать. Те, которые торгуют внутри дня, в принципе проехаться 280 пунктов, ну в максимальной перспективе 280 пунктов, очень даже неплохо. Вот. А всем остальным можно будет ее с донышка подобрать. У кого времени достаточно, можно будет и вниз, и вверх съездить, если DXY начнет так же вот ходить вниз, как мы рассматривали. А пока он не пробил ни верх, ни угол, ни нижний, соответственно, мы сидим внутри диапазона и никаких сделок не совершаем. Если пробивает и осциллятор не запрещает, то к импульсу присоединяемся. Если импульс возник, но осциллятор запретил, как вот здесь было только что, да, то мы не слушаем подобные сигналы, потому что риск слишком большой. Так, Алексей задает вопрос. Канадец пошел вверх, пора покупать. Так, ну-ка давайте тогда сразу перекинемся на канадца. Так, ну вот здесь он предложил немножко сбегать с ним вниз, да, вот тут вот. Практически сразу сказал, что пора выскакивать вот здесь вот. То есть, ну, по сути, ничего не взяли, ничего не потеряли. Вот, а здесь надо перенести углы. То есть, вот этот вот сюда и вот этот вот сюда. То есть, если он сейчас вот этот пробьет, то входить можно. А так на свой страх и риск. Почему? Потому что он может сделать вот так и потом пойти вниз. И не забывайте, что канадец зависит от нефти, так как это сырьевая валюта. Это первый аргумент. А второе, доллар тоже может внести свои коррективы. Если DXY пойдет вниз, он потащит котировку дальше вниз, хотя бы на 1.33-1.34. То, что мы с вами обсуждали до этого. Поэтому, если очень хочется зайти, можете разбить сделку на две части, половиной вашего рабочего лота зайти сейчас с маленьким стопом, а если он пробьет реверсивный угол, то зайти второй частью лота, и тогда уже перспективу мы на квадратах с вами посчитаем. Так. Так. Рафаэль пишет, что вчера была неудачная сделка в продажу по доллару швейцарцу. Ну, швейцарец сейчас такой спорный момент, я уже сказал, нам нужно, чтобы он вот за какой-нибудь из вот этих вот уровней вышел, потому что сейчас у нас вот чисто плоский рынок, вот здесь как раз раздолье для тех, кто на бинарных опционах работает, то есть у нас здесь почти идеальный флэт. Поэтому, если перейдете на маленькие таймфреймы, это будет состояние близкое нормальному распределению, и тогда там можно достаточно неплохо заходить в позиции. Вот. Потом, когда тренд начнется, на опционах опять особо ничего не заработаешь. Вот. Но это я уже чуть-чуть от темы нашел. Так, мы идем дальше по порядку, чтобы не сбиваться. Здесь Австралия, то есть вот он вышел за угол, вот был сигнал. Возможно, кто-то зашел, жду сообщения от вас в чате, кто поймал австралийца вот здесь. То есть он в какой-то веке пошел замедляться более-менее, то есть он вернулся к
2-1, постоял вдоль линии ускорения, потом пробил, перенесен на 1-1. Это вот как раз то, насчет чего я вас предупреждал, да, потому что вошли бы здесь, и потом пошли бы собирать стопы, и он прошел 30 пунктов, не факт, что у вас стоп-лосс был больше, да, и могли бы спокойно собрать бы свои законные минуса бы вот здесь. Поэтому всегда, если два угла рядом, всегда ждем, чтобы пробило оба. То есть вот здесь пробил уже и 2-1, и перенесенный 1-1, и пошел дальше наверх. Вот он шел. И вот здесь осциллятор сказал, что все, достаточно. Сматываем удочки, соответственно, сделка была, ну, достаточно скромненькая, там буквально в районе 10 пунктов, может быть, чуть больше. Кто посидел немного дольше, ну, возможно, взял пунктов 20 максимум. Вот, поэтому те, кто сейчас еще в открытой позиции стоят, можете, в принципе, встать без убыток, потому что если DXY ослабнет, то и австралиец тоже немножко приподнимется. Самое главное, как бы лишние риски абсолютно никому не нужны. Так, ну вот вижу, как раз у нас Марат пишет по австралийцу, 26 пунктов взял, отлично. Нам сейчас нужно перенести углы. Здесь он будет стоять вот так. Этот будет стоять чуть-чуть с поправкой вот здесь. Вот, и учтите, что здесь фрактала еще нет, нам нужно, чтобы закончился вот этот час и следующий час, например, вот так он закончится, да, тогда вы сами без меня возьмете и вот так вот переставите угол, потому что сейчас его переставлять нельзя, вдруг он вверх выстрелит, тогда это будет некорректно, вот, так что через час возьмете сами, австралийца перенесете значение. Следующий, новозеландец. Новозеландец, опять вот был коварный момент, давайте поближе посмотрим. То есть вот здесь был якобы сигнал в покупку. Во-первых, он был вблизи 1-1, поэтому нельзя было входить. И во-вторых, осциллятор тоже сказал, что не стоит этого делать. Потом вот как раз был откат назад, который бы и забрал ваши стопы, если бы вы тут заходили. Потом он пошел наверх, да, то есть он вот здесь вот сгенерировал новый сигнал, но в этот раз уже был второй запрет на то, что этот импульс скоро уже завершится, и собственно не зря, потому что всего одну свечу цена шла наверх, потом начала разворачиваться, и вот здесь вот на, через одну свечу на следующей, вот здесь на черной свече мы получили сигнал о том, что осциллятор говорит об окончании движения наверх, так что вот это небольшое движение пришлось пропустить. Может быть, кто-то после отката зашел, потому что по сути что здесь было, да, то есть здесь был вымпел типичный, да, кто заметил, тот вошел, кто не заметил, ну, соответственно, его пропустил, потому что мы ими не так уж часто пользуемся, да. Здесь переносим угол сюда, здесь переносим угол вот сюда. Вот был третий сигнал, который не был запрещен осциллятором, да, то есть вот он. Вот он вход. Пробежал он не особо далеко, буквально опять же пунктов 10, и тут же нарисовал дивер еще вот здесь. И пошел наверх. Ну тут уже когда повешенный был, я думаю, это и так стало понятно, да, потому что два аргумента в пользу разворота. Вот он еще, да, момент, который стоит обращать внимание, и пошел на коррекцию. То есть, возможно, даже это преобразуется сейчас в разворотный клин, и он еще сбегает вниз, но это будет в рамках именно нескольких свечей, потому что если доллар слабинку даст, он еще раз вверх сбегает. Если новозеландца кто-то ловил вот это вот микроскопическое движение, или кто-то рискнул с пробития 1-1 зайти, то жду сообщений в чате. А так как здесь у нас уже фрактал есть, то я имею право перенести этот угол вот сюда. И по сути, может быть, в течение ближайших 10 минут будет сгенерирован сигнал на продажу.
для тех, кто торгует внутри дня, это может быть в рамках нескольких часов будет неплохим вариантом. Осциллятор на данный момент не запрещает сделку. Кстати говоря, куда-то у нас делась линия Ганна. Надо ее вернуть назад на место. Так. Потенциале хода у него хватит максимум пунктов на 50 на падение. Так что интрадейщикам в принципе можно будет поживиться. Так, вижу еще сообщение в чате. Рафаэль пишет, доллар канадец 10 пунктов в sell забрали. Ну, внутри дня тоже небольшой кусочек забрали хорошо. Так, здесь ясно, да, то есть если текущая свечка закроется, грубо говоря, вот так вот, да, это я как бы тело рисую без теней, закроется хотя бы вот так, то это уже будет сигнал на продажу. Следующий канадец, только что обсуждали, да, то есть он должен выйти за пределы диапазона, который мы вновь обозначили. Если действительно собирается расти, то он должен пробить реверсивный вот здесь и пойти дальше 1.1 снова, потому что он уже много раз пытался вернуться, и у него так и не получалось. Скорее всего, у него особо это и не получится, потому что у нас в последнее время максимум упадают, минимум упадают. Это первые признаки того, что модель стареет и время убегает вперед цены. И в ближайшем будущем мы наверняка увидим возврат его либо вот к этой линии, либо вот к этой. Но мы не будем пытаться угадать, то есть мы будем ждать либо такого развития событий. Он доходит сюда, мы здесь покупаем и идем наверх. Если он этого не делает, то мы ждем, пока он дойдет вот сюда, пробивает, и тогда мы идем вниз. Просто присоединяемся к тому импульсу, который возникнет в дальнейшем. Теперь поехали по квадратам. По квадратам, возможно, заметили третье касание. Если заметили, я так понимаю, зашли с минимальными стопами вот здесь. Вот он этот момент. Соответственно, попробует сбегать вот сюда на 1.0574, но основная цель у него это 1.06087. Прелесть вот этих сигналов в том, что они отрабатываются либо сразу, либо никогда. И вдобавок ко всему всегда очень маленькие стоп-лоссы. То есть отскок произошел, прямо за тень кидаем стоп-лосс. То есть, грубо говоря, здесь было 13 пунктов стоп-лосса против 28 пунктов потенциальной прибыли. Так, еще пишут. В чате Марат сообщает, по швейцарцу набираю маленькими лотами в sell от ложки, поставил на 1.0203 и 1.064. Ну, как раз набирать сетку ордеров это одна из широко распространенных стратегий, и у нас вот в Ростове тоже многие трейдеры ей пользуются. Так, ошибка 1.0164, но понятно, что такого большого разрыва не было, понял, что имеете в виду. Так, дальше. Еврик. На 15 минутках. Собственно говоря, уже сгенерировал сигнал на продажу. Только что. То есть вот диапазон, внутри которого он совершает колебания. Вот. И сейчас у него очень мало времени на то, чтобы сходить вниз. То есть у него цель 15 пунктов, ну смешно, да? Первая цель, и у него есть, грубо говоря, 45 минут на то, чтобы эту цель первую взять. Первый признак того, что у него это не получится, то, что осциллятор уже показывает, что сейчас импульс уже загнется. Примеров уже было не одна сотня, поэтому я думаю, что уже к этому все привыкли. Возможно, только те, кто недавно к нашему дружному коллективу присоединились, в этом могут еще немножко путаться. Если будете путаться, задавайте вопросы, я пояснение обязательно внесу. Следующий фунт стерлингов. Взял обе цели, то есть на отскоке наверх. Фактически вот у нас здесь был диапазон цен,
где он мог остановиться чисто с технической точки зрения, да? Вот, мы рассчитывали на то, что если вдруг фунт отскочит наверх, то отскочит на 24,66 первое значение, а потом, может быть, пойдет на 25,47, если покажет большую силу движения. Но, скорее всего, сейчас мы с вами увидим какую-то коррекцию, да даже, в принципе, это было бы и лучше, если бы он это сделал. Вот, сейчас у нас временной уровень 9.20, то есть мы можем увидеть образование фрактала. Если вдруг это будет фрактал, идущий именно вниз, то есть, допустим, он идет вот так сюда, и потом в течение двух свечей образовывает что-нибудь типа вот такого. То есть, и мы получаем структуру минимума, да, то тогда сразу автоматически до 5 утра завтрашнего дня у него есть возможность вырасти на 45-47, и это дело закончится, скорее всего, дивергенцией. Если он сделает это быстрее, например, вот так, то есть не вот в это время придет, а раньше, тогда откроется даже вторая цель. Но все зависит еще от того, как индекс доллара себя будет вести. Если же здесь в 9.20 не образуется никакого фрактала, и мы не видим вот подобной структуры никакой, то мы будем видеть коррекцию. Здесь можно, в принципе, в продажу не становиться, это только скальперам будет интересно, там расстояние 60 пунктов, в принципе, внутри дня вполне неплохо укусить, да? Вот, а если он здесь отобьется, то можно будет еще раз сходить наверх, тут будет потенциал намного приятнее, да, здесь будет 140 пунктов потенциальной прибыли. Вот, то есть у нас есть вот два варианта развития событий, надо просто дождаться, как они будут отрабатываться. И на это уйдет буквально ближайшие 3 часа, как раз ответьте себе на этот вопрос автоматически. Просто нужно чуть-чуть выждать момент. Так, дальше. Фунт на 15 минутках. Фунт на 15 минутках в течение этих суток бился в пределах диапазона. Вот он. Напоминаю, уровни новые, да, на 15 минутках обновляются каждый день. Диапазон 24-624 и 25 ровно. Ну, единички не произношу, я думаю, и так понятно. Поэтому в какую сторону пробивает, в ту сторону мы и присоединяемся. Насчет касания верхней границы, очень внимательно, смотрите, раз, два, три, да, уже три касания было, уже по сути четвертое, оно уже отработалось. Поэтому любой непробой уровня 25 будет с огромной вероятностью откатывать его на 24.81. На самом деле не густо, да, то есть по сути там чуть меньше 20 пунктов, но для скальперов в принципе достаточно. Так. Дальше Марат пишет, что держит евро 520 пунктов, я так понимаю, это именно сделка уже больше недели длится, еще вот с самого начала падения поймали. Так, Рафаэль пишет, позиция по швейцарец с долларом положительная, но проспала, я так понимаю, не все движение забрали. Так. Ну ничего страшного. Следующий швейцарец. Диапазон мы с вами обозначили еще вчера. Он пытался, но так и не определился с тем, что он хочет. Вот. И вот как раз в дополнение к вопросу насчет стопов и профитов, то, что мне задавали сегодня, да, то есть если он пробивает, например, наверх, ну это маловероятно, но вдруг, да, он пробивает, у него цель 1.01944 с промежуточной целью 1.01492. Вот, стоп-лосс можно поставить за вот это значение 1.00889. А если пойдет вниз, то продаем от 1.00588 и вот эти две цели, собственно, промежуточные. Да? То есть одна промежуточная, одна основная. Промежуточная 1.00132, а основная 0.99528. Здесь большую роль сыграет доллар, поэтому не забывайте. Следующая японка.
Японка чуть-чуть подергалась, мы с вами это уже обсудили, да, вот начинается вот эта структура, которую я больше всего не люблю на рынке, да, когда максимумы начинают расти, а минимумы начинают падать. Иногда это в бриллиант потом перерастает, да, но по сути в общем виде это расширяющаяся формация. Меня особо сейчас поймут те, кто работает сеткой или методом многократных лотов, потому что, как правило, вот подобная структура вносит максимальную неопределенность в то, что будет происходить дальше. Но, в принципе, зная общую перспективу развития событий с иеной, мы знаем, что в целом у нее тренд направлен наверх, но в силу того, что был очень сильный рост, она, скорее всего, в ближайшее время откатится назад, а после этого начнет расти снова. И плюс это никак не противоречит тому, что мы с вами разбирали на DXY. Поэтому, если она проходит 110-675, это вот этот уровень, давайте его пожирнее сделаю. Если она его пробивает, то она может сходить на 110-176. Если там не остановится, то вот сюда, это 109-429, время на это у нее до 12 часов завтрашнего дня. И после этого, скорее всего, последует дальнейший разворот наверх. Дальше. Австралиец. Австралиец приподнялся, прошел даже немножко больше, чем характерно для одного импульса. Здесь был вот именно импульс, коррекция импульса. За счет этого, наверное, и получилось для того, что так структура из трех движений получилась, поэтому прошел немножко больше. Сейчас ждем небольшого возврата назад, где-то на 73-692 он уже практически это сделал. Если не остановится, то до 73-433, и потом в 13.40 у него временной уровень будет хорошо, если он сделает фрактал. То есть либо вот такой, либо вот такой, абсолютно все равно. Вот. Но в случае, если мы увидим фрактал, то оттуда можно будет еще встать в покупку и проехать еще один импульс наверх. Цель, как всегда, через один, это та, которую он сейчас не взял, это 74.082. Если пробивает и ее, то, соответственно, 74.601. Если фрактала не будет, то ждем уже сигналов от цен, как обычно это делается. Следующий новозеландец. Новозеландец вышел из диапазона. Вот здесь получается, давайте поближе. То есть вот свечка вышла из диапазона, сигнал на покупку. Буквально на следующей свече уже было предупреждение о том, что скоро надо уходить. Мы дошли до первой цели промежуточной. Напоминаю, она должна пробиваться сразу с первого раза, без остановок, без свечных конфигураций, без ложных пробоев и так далее. Вот. Но и он не смог, и вот здесь на вот этой свече сказал, что все, пора уходить. То есть, по сути, прибыль составила не больше 30 пунктов, и все осторожные здесь, как я понимаю, вышли, кто работал именно по разметке. Ну, плюс потом, кто с первого аргумента не понял, что сразу он не пойдет, вот здесь был сигнал дивергенции, который подтвердил дальнейший разворот назад. Сейчас, напоминаю, мы видим отработку уровня по времени. Если вот эта свечка, допустим, будет вот такой, и следующая тоже, у нас получится здесь фрактал, и цена пойдет пробовать еще раз взять свою основную цель, это 71.238. Так что, возможно, он еще отработает те значения, которые мы с вами обсуждали вчера. Дальше. Канадец. Канадец вышел из диапазона вот здесь. Вот, почти выбил стоп-лосс. То есть дошел до уровня стоп-лосс, ставим всегда за ним, да, то есть не дотронулся. Пошел дальше. Нервишки сильно потрепал, да, взял, по сути, первую цель, пробил, и тут же получается ложный пробой и сигнал еще от осциллятора о том, что пора уходить, да.
и вернулся назад, по сути, второй раз ударил, тоже не смог. И сейчас стоит в ожидании, что делать дальше. Здесь проще принимать решение будет по углам, да, то есть какой угол пробьет, в ту сторону мы будем становиться. А цели, соответственно, исходя из пробоя, будем уже рассчитывать сами. То есть, если он пойдет вниз, ближайшая цель это будет 1.33.351, а ближайшей целью для роста будет 35.132. А стоп-лосс, как раз к вопросу, то, что сегодня задавали, если мы покупаем, то стоп-лосс сюда, если мы будем продавать, то стоп-лосс вот сюда ставим. Так, золото вроде как остановилось в районе 1207, отбилось, да, пошло наверх, но после такого импульса какая-то коррекция все равно нужна, мы об этом уже говорили с вами. Вот, и вполне возможно, что после оглашения процентной ставки мы с вами увидим еще одно падение. Может быть, уже завершающее, после которого начнется рост, но что-то вот мне не нравится, что стали прям активно поговаривать о том, что практически гарантировано увеличение процентной ставки. Вот, плюс еще не до конца понятно, какую именно политику будет в дальнейшем выбирать Трамп, будет ли он придерживаться своих именно предвыборных утверждений. Возможно, что в дальнейшем немножко изменится сила доллара, и это, естественно, повлияет на все остальные инструменты, которые представлены не только на валютном рынке, но и также на товарном. Особенно это будет касаться рынка углеводородов, потому что там ограничения по нефти, я еще в начале семинара говорил, могут снять. Вот, начнут добывать сланцевую нефть, несмотря на то, что США обеспечивает себя всего на 40% черным золотом, да. Тем не менее, влияние на общий мировой рынок углеводородов, оно все равно имеет достаточно сильное. Вот. А исходя из того, подорожает или подешевеет доллар, мы увидим влияние это и на золото, и на серебро, и на другие валюты, и на фондовый рынок, потому что инвесторы начнут переводить свои средства из одних активов в другие, и это будет вызывать повышенную волатильность. Но в принципе нам это будет отчасти на руку, потому что как раз на волатильности можно будет дополнительно зарабатывать на внутридневной торговле. Поэтому интрадейщикам будет отдельный большой плюс в этом плане. Смотрим пока что внутри дня. Вчера была попытка сгенерировать сигнал наверх вот здесь, но осциллятор сказал, что нельзя. Да, и, собственно, не зря, потому что он вернулся назад. Максимумы растут, минимумы растут. Он может попробовать еще вырасти на фоне ослабления индекса доллара, но об этом будем судить после 11 часов. Опять же, если будет в 11 часов сделан фрактал. Да, то есть он идет вот так, например, отбивается от времени, идет наверх, обновляет 1217.69, тогда может попробовать уйти на 1227.32. Интересно это будет только скальперам, потому что, на мой взгляд, серьезные долгосрочные сделки по золоту будут совершаться только после оглашения процентной ставки. На 15 минутах вообще не интересно, даже диапазон особо не выделишь. Возможно, скальперам пригодится, уровни вам посчитал по времени и по цене. Вот. Здесь даже обсуждать особо ничего не хочется. Серебро. Вот серебро внимательно будем за ним смотреть завтра, потому что вот даже завтра и послезавтра, потому что у нас расчетное время. Это завтра 23 число образования потенциального минимума, исходя из того, какую структуру рисует график. Плюс, сейчас посмотрим, может еще и дивергенс. Да, здесь еще и вырисовывается дивергенция. И учтите, что помимо всего прочего мы уперлись в угол 1.2. То есть если у нас сильно цена не собирается от времени отставать, то мы в ближайшее время увидим отскок наверх. Как раз DXY будет хорошим количественным показателем того, произойдет это событие или нет. До этого модель была достаточно синхронной, поэтому поводу не доверять 23 числа у нас нет абсолютно никаких.
На часах пока что только маленькие колебания, которые особо интереса не представляют. Мы пробили уровень 16.70 вот здесь, но опять же сигнал был рискованный, осциллятор запретил входить. По большому счету было бы интересно заходить в новые позиции, когда он только 17.024 пробьет, тогда будет ближайшая цель 17.804. Вот. А так как этого ничего нет, то пока временно серебро откладываем до завтра. Завтра наверняка будет интересно, и не в среднесрок, а в долгосрок уже. Рубль гэпнулся вниз, то есть на укрепление рубля, вот, потому что активно ведутся разговоры по рынку нефти. Мы, в принципе, готовы на то, чтобы ограничить количество поставляемой на рынок нефти, потому что уже перестроилась отчасти экономика, и мы вполне комфортно себя чувствуем в том случае, когда нефть где-то в пределах 50 долларов за баррель колеблется, там плюс-минус несколько долларов. Вот. Но пойдут ли другие страны ОПЕК на это соглашение, еще не факт. Но вот как высказывают мнение некоторые аналитики, причем как западные, так и наши, все сводится к тому, что очень часто решение ОПЕК действовало не особо долго, и некоторые страны, которые являются основными добытчиками, начинали немножко нарушать данные изначально принятые соглашения. Вот, поэтому вполне возможно, что для увеличения как бы престижа решений ОПЕК многие все-таки согласятся хотя бы там на относительно небольшой срок, но ограничить значение добываемой нефти, ну, количество добываемой, ну, и в большей степени даже не столько добываемой, сколько поставляемой на рынок нефти. Это искусственно создаст небольшой ее дефицит на рынке. Вот. И за счет этого цена слегка приподнимется, и это станет более комфортно для многих участников, потому что они будут продавать по более выгодной для себя цене. Вот. Но опять же здесь на заднем плане опять стоит Америка. И если Трамп полностью снизит ограничения для рынка по углеводородам и каменному углю, ну, каменный уголь нам здесь ни при чем, а вот углеводороды как раз очень важны. Если они опять начнут наращивать сланцевую нефть и поставлять ее на рынок, то в этой ситуации уже особо ничего сильно не поможет, потому что опять предложение будет значительно превышать спрос, а это неминуемо будет приводить к падению цены. Поэтому, кто торгует рублем и кто торгует нефтью, очень внимательно следите за решением ОПЕК, в первую очередь, и во-вторых, за теми утверждениями, которые будет в ближайшие 3 месяца делать Трамп относительно нефтеперерабатывающей промышленности США. Вот. Сейчас на фоне вот такого большого позитивчика на тему ОПЕК Brent скакнул наверх. Вот, вчера было движение, сегодня даже с гэпом открылись, вот, но нужно ждать официальных утверждений, потому что слухи слухами, да, основные моменты все-таки на долгосрок рассчитаны. То есть, по идее, у нас цель до Нового года подняться где-то до 54.83, вот, но это будет очень-очень медленно, если только не будет каких-то радикальных решений, которые не создадут искусственный дефицит в достаточной форме для того, чтобы цену просто вот насильно взять за уши и поднять наверх. А так, в противном случае, она будет очень медленно расти за счет уменьшения предложения постепенного и за счет инфляции доллара. Причем в большей степени из-за инфляции доллара, чем из-за соотношение спроса и предложения на рынке углеводородов. Цель, я вам говорил уже не один раз в течение последних нескольких месяцев, расчет по любимому углу никогда не меняет значение уровня поддержки сопротивления, поэтому эту цену вы и так прекрасно без меня знаете. Так, дальше вижу сообщение от Михаила. Извините, я новичок, где узнать
о попугаях. 38 попугаев – это индикатор, который предназначен для того, чтобы в первую очередь запрещать вход в рынок, когда очень хочется, но поздно. Вот. И второе – это для того, чтобы вовремя убегать из позиций, если они у вас уже открыты. Причем действует это в рамках одного импульса, и индикатор не способен отличать флэт от тренда. Главная его фишка в том, что он подстраивается под волатильность. То есть он состоит из трех линий. Это динамический канал, который образуется двумя линиями. Это перекупленность, это верхняя линия, и перепроданность, нижняя линия. Вот, и красная линия. Когда красная линия находится внутри канала, это значит, идет движение среднее или ниже среднее по волатильности. Вот. Если происходит какой-то резкий импульс, то красная линия неминуемо зайдет за какую-то из границ. Если зайдет за верхнюю, значит идет сильное импульсное движение наверх, и скоро это движение будет завершено. Если нижнюю границу пересекает, то же самое. То есть идет сильное импульсное движение вниз, и оно скоро будет завершено. Но не сейчас, как вот здесь вот было, например. Да? Вот. И в момент, когда красная линия возвращается в канал, вот этот говорит о том, что импульс, скорее всего, прекратился. И надо сматывать удочки и уходить. А вот в этом промежутке, когда она за пределами канала, в ту сторону, в которую она вышла, лучше не входить. Точно так же, вот, например, вот здесь. Да? То есть она вышла наверх, лучше не покупать уже, если вы собрались. А если вы до этого покупали, то скоро будем закрывать. Вот здесь, соответственно, надо выходить. Дома потестите сами, убедитесь, что работает достаточно неплохо. Ну вот из последнего, да, вот здесь он сказал, что на следующей свече надо будет выходить, да, вот, вот здесь вышли. Здесь он сказал, что дальше лучше уже не продавать, а те, кто продали, сидим ждем, скоро будем выходить. Вот здесь он вернулся, сказал, пора выходить. Все, то есть очень просто, ничего сложного в них нет. В раздаточном материале они присутствуют. Есть две версии, есть еще для скальперов. Я модифицировал его чуть-чуть. Изначально ростовские скальперы просили, потом я так заметил, что в других городах тоже прижился этот вариант. То есть здесь эти линии динамически угасают ближе к среднему, то есть к нулю идут. И он позволяет ловить те колебания, которые обычные попугаи не всегда могут запеленговать, да, то есть вот здесь мы вот этот минимум не поймали, вот маленькое движение, да, а здесь мы определили то, что сейчас движение вниз закончится. То есть вот это для скальперов, а вот это для интрадейщиков. Красная линия одинаковая, по-разному динамический канал строится. Вот. Но это с добавкой АТ. Так, дальше. Олег пишет, можно еще раз озвучить текущий диапазон у доллар-канадец. Так, ну давайте сейчас. Сейчас диапазон, именно из которого он вышел, это 1.34484 и 1.35135. Но лучше работать именно по канадцу, вот как частный случай. По канадцу более корректно будет заходить по углам. То есть вот вы их перенесли, первый угол будет стоять на 21 числе 17 часах, а второй на 21 18 часах. Скорости те же самые, если сейчас будете рисовать сами, скорость 6,71. Пробивает в какую сторону? В ту сторону, соответственно, и становимся. Так. Дальше. Можно ли на попугаях сделать синюю линию канала посветлее? Плохо видно вечером, а плохо видно на черном. Но здесь я в настройках оставил, все можно менять. Так что при желании можете задать любые настройки, которые вам будут удобны. Так. Запись трансляции есть возможность посмотреть? Да, запись сейчас идет, выложу во второй половине дня. И плюс, если вас интересует, я выкладываю ВКонтакте ее и на Ютубе. Если на Ютубе не обращали внимания именно где, то сейчас скину подраздел. Здесь будет видео и
те, которые я выкладываю, и другие преподы тоже. Так что, я думаю, много чего интересного найдете. Вот, забирайте. Если ссылка не полностью синяя, то копируйте как текст и в браузер вставляйте, соответственно. Так, кого мы еще не посмотрели? Японка, да, по любимому углу. Вот, расчет у нас сделан уже достаточно давно, и поводов сомневаться в нем у нас абсолютно никаких нет. Сейчас начался боковичок, то есть либо японка будет стоять на месте вплоть до 24 или 25 числа. У нас вот два времени есть, напоминаю, одно астрономическое, другое рыночное. Я все время путаю, какой цвет я как обозначил. То есть астрономическое желтое, рыночное синее. То есть вот ближайший рыночный уровень по времени 24, 7 часов утра, а ближайшее астрономическое время это 25 число 17 часов. Вот. Ну, пока что отрабатывались и те, и другие, но в последнее время хорошо попадали именно по рыночным. Ну, оно вам просто привычнее будет еще. Было бы неплохо все-таки, чтобы иена ушла ниже 110.09. То есть, грубо говоря, пошла вот так, пробила бы вот этот диапазон и пошла бы вот сюда. На 108-648. Почему это будет нам на руку? Потому что мы ее заново подберем на самом донышке и пойдем с ней снова наверх, потому что целей там еще достаточно. Вот. Причем 115-088 это то, сколько у меня терпения хватило считать потенциальные цели. На самом деле цели есть еще и выше, мне просто уже тогда неохота считать было. Поэтому, если он пойдет дальше, я просто досчитаю, какие есть еще моменты. Поэтому иену надо выжать до состояния сухофруктов. Все, кто держит позиции, я помню, у нас еще очень удобно зашла Светлана. Если сейчас она с нами, было бы неплохо узнать, держите еще позицию или нет. Она заходила, насколько я помню, вообще практически вот тут с самого дна. Так, дальше вижу... Кирилл задает вопрос, можете скинуть попугая для скальперов. Я кидаю сразу целый архив со всеми своими скриптами, индикаторами, со всем. А вы забирайте то, что вам нужно, чтобы я по отдельности каждому не кидал. То есть я даю уже готовый набор инструментов, которые вот здесь есть. То есть все, что вы видите в течение семинара, все будет в раздаточном материале. Так, еще вижу, Татьяна задает вопрос. Скажите, пожалуйста, вы вчера говорили про евро-доллар насчет того, что если цена до 9.12.2016 пойдет наверх, то обновление минимума не произойдет. Правильно ли я поняла? Так, еврик, давайте вернемся. Так, где он? Здесь 9.12 это у нас ближайшая расчетное время, когда может произойти изменение характера движения цены на противоположное. Здесь есть два варианта развития событий всегда. Как именно он к нему подойдет. То есть, если он будет идти дальше вот так и падать, то, скорее всего, мы 9-12 увидим минимум и откат наверх. Но это маловероятно. Более вероятно то, что сейчас будет какая-то коррекция, она пойдет наверх, если это затянется, и там DXY начнет лететь вниз, в течение двух недель он может прийти вот сюда. И тогда отсюда он пойдет вниз. Тогда вот это будет самый классный вариант, который может быть, потому что тогда с очень маленькими стопами и очень большими профитами можно будет работать. Потому что стопы можно будет буквально там пунктов 50-70 делать, а потенциальный take profit у нас будет в районе 490 пунктов. Вот. Но и самый такой рассинхронизированный вариант, если у нас цена поднимется наверх, грубо говоря, там к одной из цен, и снова пойдет вниз, то она может не успеть банально сходить вот сюда. Да? То есть она может просто дойти до времени, но не дойти до цены.
Вот. Тогда в этом случае будет образован новый минимум, потом уже на более маленьких таймфреймах надо будет смотреть, как она будет вести себя дальше. Вот. Но все равно у него на данный момент в общем виде у евро есть возможность в течение ближайших 17 рыночных торговых дней спуститься вниз на 423,6 пункта от текущей цены, но вначале есть высокая вероятность небольшого хода наверх. Поэтому, если вы любите становиться в долгосрок, то подождите вот этого вот роста, потом оттуда от максимума становитесь в продажу и не забывайте 9-12 и 10-11-12 проверить, образовался фрактал или нет. Если фрактал образовался, значит из позиции выйдите. Если он не образовался, то спокойно стойте дальше, он пойдет забирать свои цели дальше. Так, возвращаемся, еще вопрос по доллару и иене, да? Так, ну давайте посмотрим еще. Времени у нас еще немножко есть. Так, Вадим пишет, актуальная идея от Альпари, там нижний уровень 107.52, это нижний уровень, и потом подъем на 115.52, это по доллар-иене. Ну, у меня получается ближайший уровень, куда он идет, это 108.64, а до этого расчетный это 107.318-107.64, то есть вот этот вот диапазон. Но пока мы как бы такие слишком большие планы не строим, да, всегда ждем ближайшей, да, цели. Если он берет ближайшую и проскакивает, не останавливаясь, тогда, естественно, будет следующее, вот сюда. Но я как бы слишком огромные планы никогда не строю. Вот, надо реагировать так, как движется рынок. А он всегда идет за следующей целью, за одной, именно по любимым углам. А потом, как минимум, небольшая коррекция происходит. Если, конечно, DXY сейчас обвалится вниз, конечно, он иену утащит с собой там и через один диапазон уровней, но так вот однозначно говорить со 100% вероятностью ни в коем случае нельзя. Так, где ссылка на архив? Ну, в самом конце семинара там еще ее не сделал. Так, швейцарец по-прежнему сидит на 1.2, ждем, будет он убивать модель или не будет, по крайней мере, веер. Вот, а в принципе квадратами мы еще некоторое время сможем попользоваться, по крайней мере до 1.01659. Но новый веер мы не нарисуем, потому что у нас по большому счету нету еще одного минимума для того, чтобы его рисовать. Вот, а если придется рисовать модель для роста, то придется возвращаться к каким-нибудь из вот этих вот минимумов. Скорее всего, это будет модель вот эта вот. Раз, два, три. То есть точка номер 1, 2, 3 и 4. Потому что, ну, вот это слишком занижено, и для нее нету максимума, который бы мы взяли. Или придется возвращаться куда-нибудь совсем очень далеко, поэтому новая модель остается под большим-большим вопросом. Ее пока что еще не считаем. Фунтик дошел до значения цены для четвертой точки. Сейчас ждем коррекцию, точно так же, как, собственно, до этого рассуждали, да, падение до 1.2425, это, в принципе, вполне нормальное явление для того, чтобы потом разогнаться и попробовать взять 25.55 до 24 числа 12 часов дня. Не противоречит тому, что мы с вами разбирали. Ну и вот этот недельный график, то, что было до этого, да, вот этот маленький дивер и сигнал по попугаям, то, что мы вчера обсуждали, по-прежнему остается актуальным, и обсуждать мы это будем, напоминаю, подробно только в следующий понедельник. Так, давайте все сворачиваю обратно и сейчас сделаю новый архив. Так, Егор задает вопрос. Алексей, добрый день, где можно взять ваши материалы? Я первый раз у вас на семинаре. Сейчас в чат все скину, можете все забирать. Разбираться наверняка какие-то вопросы будут, выпишите вопросы обязательно на листик и на следующем мероприятии мне зададите. Так, сейчас каталог данных. Так, создать архив.
надо уже старые поудалять. Сегодня, значит, 22.11.2016. Вот уже готовый профиль, в 10.30 сохранены данные 22 числа, значит, все правильно. Вот профили, старые выбираем, новые ставим. Так, я вам даю, значит, раздаточный материал с индикаторами и с профилями. Пустой дневник трейдера для тех, кто хочет свою дисциплину поднять, инструкцию, как все устанавливать. Так, ну и вроде больше вам ничего не нужно. По идее. Так, где 22-е? Вот оно, 22-е, запаковал. Все. Так, сейчас я быстренько закину это все дело на облако. И вы можете тогда сразу начать скачивать. Сейчас, момент. Если я сейчас в чат кину ссылку, она не полностью синяя будет, то не нажимайте по ней, а просто копируйте ее в браузер и нажимайте Enter, тогда она подгрузится. Так, а для тех, кто на YouTube смотрит сейчас в повторе, вот ссылка будет вот здесь. Сейчас я ее обновлю, поставите на паузу и вобьете сами от руки. Тут не так много символов, чтобы это сделать самостоятельно. Так. И объявление для всех тех, кто немножко опоздал сегодня. Смотрите, на этой неделе будет клубный день в Ростове. Эту тему уже ростовские трейдеры пару раз мне запрашивали. Будет интересно именно интрадейщикам и кто торгует и даже внутри часа скальпером. Называется «Применение свечей Хайки Наши в торговле». Метод относительно молодой, в 2004 году разработан. По сути, представляет из себя усреднение японских свечей, получение более гладкого графика, ну и плюс обладает некоторыми дополнительными свойствами, более ярко позволяет видеть тренды и пропускать некоторые маленькие коррекции, чтобы рано не убегать. Поэтому, если вдруг вы пропустили начало семинара, то вот здесь вот вам ссылку даю на само мероприятие. И, соответственно, я всех жду в пятницу. Если есть желание и свободное время, буду рад вас видеть на семинаре. А я на всякий случай проверю, как у нас обстоят дела со скачиванием раздаточного материала. Вот я тоже сейчас себе ссылку копирую, посмотрю, сколько уже ее забрал человек. Так, уже 58 человек скачали, значит, все хорошо. Значит, у всех все получилось. Будут какие-то сложности, позвоните в ростовский филиал. Вот, я там все выложу. Так, Олег задает вопрос, будет ли этот семинар в записи. Да, будет примерно часа через полтора. Смотрите, вот здесь в канале на YouTube будет абсолютно все. Вот все, что только что проговорил, запись идет. Вот. А у меня на сегодня все. В принципе, рассмотрели все необходимые моменты. Очень внимательно следим за DXY, как он будет себя вести, потому что уже появились достаточно веские аргументы за то, что он хотя бы немножко сбегает назад. Но не забывайте, что декабрь уже не за горами. И из-за этого приближается рассмотрение вопроса по процентной ставке. И так как очень многие сходятся на том, что, скорее всего, они ее все-таки подымут, да, то и DXY тоже станет более высоким. Соответственно, еврик с фунтиком протянет наверх, иену со швейцарцем протянет наверх, золото протянет вниз. Поэтому учитывайте это при выставлении стратегии своих сделок на ближайшие несколько недель, и не забывайте про сопровождение. Насчет сопровождения, я вижу, у нас много новичков сегодня собралось. Помните, что в раздаточном материале есть советник Ростов Информер, который частично решает вопрос с переносом стоп-лосса. Он это делает самостоятельно по правилу 3 сигм.
Также потестите, посмотрите, что вам в нем нравится, что вам в нем не нравится, потому что он новые сделки не открывает, он только сопровождает уже открытые сделки или вносит коррективы в открытые сделки, чтобы вы не открывались слишком большими лотами или не открывали сделок слишком много и так далее. То есть, ну, бьет по рукам, когда больше некому бить, для чего он, собственно, и создавался. Если будет желание добавить какие-то новые функции к нему, пишите, я в следующих версиях их обязательно реализую. Вот сейчас в ближайшее время планирую добавить функцию расчета уровня безубыточности. Ну, грубо говоря, у вас открыто там сколько-то сделок по счету, и вы хотите суммарно набрать 50 пунктов чистой прибыли. У вас, допустим, есть несколько позиций, одни дают суммарно там минус 50 пунктов убытка, другие там плюс 30 пунктов прибыли. Вот. И вам бы хотелось узнать, что когда вы выйдете в 50 пунктов чистой прибыли, открыв новые сделки там разными лотами и так далее. Он будет указывать конкретно цену, до которой надо дойти, чтобы все это дело порубить. То, что вот ростовские трейдеры этот вопрос задают часто, я не знаю, насколько сильно это актуально в других городах. Поэтому, кому интересно, можете написать сейчас в чате, кто хочет, можете мне на почту написать, я думаю, почту все знают, вот если что, здесь alexey.ershov@alpari.org. Вот, это все является открытым вопросом, поэтому чем больше буду получать обратной связи, тем больше будет усовершенствоваться Ростов Информер, и больше он будет вам именно в пользу работать. Ну, я думаю, мы еще успеем это не один раз обсудить. Вот. На сегодня у меня все. Всем удачи, попутного тренда. С новичками встретимся еще вечером в 16 часов на базовом курсе. До свидания.